Python также появляется Kia Rio 2018 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра, мощностью 123 лошадиные силы. На автомобиле всего один владелец, и пробег составляет 66 тысяч километров. Заглянем в салон. Задний ряд сидений у нас в идеальном состоянии. Дверные карты без потертостей. Передний ряд сидений также в отличном состоянии. Дверные карты без потертостей. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. В комплектацию входят 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, центральный замок, датчик давления в шинах, блок управления светом, бортовой компьютер, мультируль, штатная мультимедиа, кондиционер, обогрев заднего стекла, две розетки 12 вольт, AUX и USB. Заинтересовал данный автомобиль, все контакты данные можете найти в объявлении. Приобрести данный автомобиль можете за наличный расчет по программе 3D на автокредит. Находимся по адресу Азина 83, автосалон столицы. Всех ждем.